Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 мая. Наша тема называется «На что похоже усердие?». Наше место Писания — послание к евреям 11:6. Библия говорит: «Ищущим его воздает». Слово «ищущим» является греческим словом «экзетео». «Эк» означает «из», а «зетео» означает «искать». Когда мы соединяем эти два слова, получается «искать усердно». И я хочу прочесть вам из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «экзетео» описывает кого-то, кто страстно, всем сердцем, изо всех сил что-то ищет. Оно несет в себе образ человека, трудолюбивого, внимательного, деятельного, постоянного, настойчивого в своем посвящении тому, что он или она делает. И мы должны быть очень посвящены тому, чтобы угождать Богу. Библия говорит, что Бог ищущим его воздает. Он воздает тем, кто посвящает свое сердце тому, чтобы искать его, Бога. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.